я заметил его в кустах, когда он наблюдал за вашим домом. Вы видели его лицо? Нет. На нем была маска, как балаклава у лыжника. Проводи ее домой. Нет, не стоит. Симпатичный свитер. Занимаешься лыжами? Могу взять тебя с собой. Тебе надо будет проверить компьютеры всех сотрудников. Это преступление. Это явно какой-то сумасшедший. Сумасшедшие мне привычны. Вам все равно, что я подумала. Я чувствовала, что что-то не так, но теперь мне все понятно. Наибольшая опасность исходит от тебя. Изабель Юппе в фильме «Она» на телеканале «Новый мир».